Ждешь. Помочь, сэр? О, здравствуйте, офицер. Вам помочь? Нет, нет, все в порядке, спасибо. Что у вас там? Пеканы. Везу вот племянницы. Пеканы? Да, пеканы. Она делает худший в мире ореховый пирог. Жалко ее мужа. Впрочем, пеканы тоже жалко. Семья – это самое главное. Не делайте, как я. Я поставил работу превыше всего. Я думал, что важно стать кем-то, но в итоге стал ничтожеством в собственном доме. Я был ужасным отцом. Ужасным мужем. Я все упустил. Я не достоин прощения. Этот раз последний. Прошу тебя, Господи, помоги мне. Что бы там ни было, прошу за все прощение.